А перед просмотром я хотел бы вам посоветовать канал Растрана. На его канале ты сможешь найти различные конкурсы по множеству играм. Сейчас на его канале проходит конкурс на одну копию игры Растран. Заходите, участвуйте. И всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас, я думаю, опять мы полетим куда-то искать покемонов-боссов и прокачивать орбы, да. В принципе, я так думаю, сейчас. Так. И полетим мы все-таки, наверное, на Пиджиоте. Куда-то вот туда, да. Давайте немного пролетимся, в принципе, может там, да и заспавнится какой-то покемон-босс, да. Опять что-то подлагивает, фиг его знает почему. Это меня уже, если честно, нереально бесит. Просто суть в том, что вот там покемон-босс, но он, наверное, под землей. Суть в том, что он глючит не так, как сам Майнкрафта или карта, или еще что-то. Просто видно, что вообще не глючит, да, иногда есть такие торможения по одной миллисекунде или по одной, ну не миллисекунде, по одной как бы секунде, да, видно, что немного тормозит, и это, если честно, иногда бесит. Даже не иногда, а вообще как бы бесит, что это тормозит. Как бы, да, так нормально бегаешь, и каждые пару секунд есть вот такие подергивания. Даже секунды там нету, а чуть-чуть есть такие, немного. И, если честно, даже непонятно почему, может это уже за карты, фиг его знает. Так. Идем мы все-таки, наверное, сразу на остров. Так. И будем прокачивать наш орб дальше. Да. Ну, грузись ты уже. Фиг его знает. Так, ладно. Ух, ну, фиг его знает, убьет. А, ух, че, да, твой. Вот там у нас покемон-босс. Покемон-босс. Так, где он? Вот он, отлично. Мил заспаунился! Офигеть. Только нафига он нам нужен, в принципе. Я вот не знаю, как я сейчас вот этого словлю с этими лагами. Да ну нафиг, да как вообще так возможно играть? Как бы лаги, нету лагов, да, но вот эти тормоза так иногда, это... Вот. И хрен ты просто знаешь, куда он бежит, если честно. Потому что вот так за секунду прилагает, и ты уже не знаешь, где он. Вот. Извиняюсь, друзья, но это если честно, меня так би... Чё это за фигня? Хрен его знает. Я не понимаю, если честно, ребят. Опять мир переносить? Где этот Мил? Заспавнился. Он уже, в принципе, наверное, и пропал, как я понял, да? Да, наверное, все-таки уже пропал. А, не, вот он. Да чё ты так глючишь-то? Так, сейчас, секундочку, ребята. Так, ребята, продолжаем. Сейчас вроде уже не тормозит, как я понял. Хотя... Сейчас... Пропал уже, да, или нет?
Не, вот он. Сейчас я, наверное, немного поиграю без шейдеров. Я просто хочу проверить, лагает ли с шейдерами, лагает ли без шейдеров. Но без шейдеров вроде нет. Вот, все нормально. Мью. Я тебе даже ловить не хочу. Ну, ловить тебя нет смысла, но убивать тоже как-то не хочется. Бегай, короче. Ладно. Но без шейдеров вроде не лагает. Сейчас. А ну давайте шейдерами. А, шейдерами тоже. Значит, иногда вот так прилагивает, как я понял. Ладно. Так, идем и дальше прокачивать. Орб. Так. Нужно все-таки, нужно, ребята, уже прокачать этот орб, потому что уже капут, если честно. Сколько уже его качаем? Ну, как бы не совсем так долго, да, но все же. Достаточно так долго. Так, сейчас. Ладно. Сейчас мы быстренько, хотя как быстренько, постараемся мы, конечно, прокачать уже этот орб. Кстати, сейчас, кто там у нас есть прокачанный? Райхорн, 40-й уровень. Тут что я не знаю, на каком он уровне еще прокачается, как бы в Райдона, да? Сейчас. Так. Так. Ух. Качаем, 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 ребята. Да ты. Так. Так. Давай еще тебя. Тебя. О, уже половина еще нет, конечно же, но все же уже нормально там. Так, кажется, что прокачанные. Сейчас. Так. Ну, в принципе, да, ребята, вот это уже даже можно прокачать. Сейчас. И давайте его прокачаем. Полибер. А второго, если словим, то потом мы эволюционируем с помощью трейд-машины. Может. В принципе. Если словим. Давай, давай. Отлично. Вот он. Так. Идем мы дальше уже. Сейчас ночь будет, как я понял, да, поэтому, в принципе, я так думаю, что пойдем и потом домой. Ну, сейчас, давайте еще немного. Так. Фух, вот этот вот, сейчас. Вот этот уже 56 уровень или какой он там сейчас. Так, да. Ну, еще вроде немного ему там осталось уровней, как я знаю. Поэтому быстренько мы его постараемся прокачать. Вот то, что действительно, ребята, нужно еще ловить каких-то покемонов, потому что у нас, в принципе, уже нету еще каких-то покемонов на прокачку. Нужно новых ловить. Я так думаю, потом можно будет сбегать в лес, так как, в принципе, лесных покемонов, ну, покемонов, которые в лесу, как бы у нас даже не очень так много. Поэтому нужно будет все-таки в лес, я думаю, пойти половить кого-то. Даже тех же Иви, да, их там куча, и я думаю, потом можно будет словить. Так. А пока что прокачаем этот орб уже для Артикуну.
Так. Уже почти что наполовину, ребята, заполнился, как я понял, да? Давайте пойдем мы все-таки домой. Так. Или... Не, все-таки да, домой. Давайте пойдем и сразу же, наверное, все-таки поспим. Ночью толком нифига не видно. Поэтому поспим и... И пойдем дальше. Так. Пошли. Еще половина орба, как я понял. Качаем, ребята, качаем. Ах, эти в бою, да? Сейчас там нет случайно какого-то покемона босса или еще кого-то. Нет, как я понял. Кого бы еще словить? Кого бы еще вот сейчас словить, кто есть тут, в принципе, рядом? Чтобы потом сразу прокачать его. Хм. Ну, в океане, да, есть там такие покемоны, которых у нас еще, в принципе, нету парочку. Хотя как парочку? Один? Или два? Ну, думаю, где-то все-таки один. Ну, тоже можно будет словить. Еще кого-то. Так. Вот в этом. Так. Так. Ай, чё? Так. О, отлично. Райхорн уже эволюционирует. Отлично. Давай. Шайни. Вот он. Отлично. Так. Ладно, сейчас. Давайте еще немного покачаем орб и пойдем его эволюционируем. Ну, как бы... Да. Заспауним его, так как он вот сейчас только прокачивается с помощью трейд-машины, да? И мы же его обменяем. Да что же вы все в бою? Так. Так, сколько там уже... Ну, в принципе, еще половина, так как было. Но уже почти, ну да, еще половину. Так. 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 Прокачиваем. Уже... Да, уже больше половины, ребята. Уже больше. А! Так. Так. Шайни! Ребята, шайни. Охренеть, шайни голдак, ребята. Голдак как бы уже прокачанный псайдак, но все же шайни. И такого покемона у нас нету. Поэтому, ребята, ловим его. Ловим. Офигеть. Так, давайте еще раз попробуем. Хотя, давай, что я там нашел? Мастер Болл? Или... Я мастербол. А, ну, в принципе, и так бы его нужно было, наверное, ловить мастерболом, ребята, так как.
42 уровень, да? Отлично, ребята, еще один шайни. Шайни голдак, да? Отлично. Только хотел идти домой, сразу голдак шайни там. Так. Да иди ты сюда. Так. Так. Еще немного прокачаем. Отлично, еще один шайни. Там есть кто-то, нет? Есть. А, они в бою. Так. Так, ты. Побольше бы все-таки, ну, как бы нужны нам покемоны-боссы, 250 алмазов еще. Ну, как бы потом еще один, да? Забдос нужно. Так, ладно, давайте пока что еще немного поубиваем. Ну, прокачаем орб. Я думаю, уже пойдем домой, эволюционируем Райдона. Так. Уже еще немного заполнился. О, там покемон босс. Вот он. Твою ж мать. Ладно. Так. Так. И... Так. Что ж, наверное, идем мы все-таки домой сейчас уже. Так. Давайте, ребята, действительно идем домой. Так. Там может еще какой-то покемон босс? Нет. Ладно. Так, идем домой. И идем прокачаем Райдона. Как он там называется? Райпериор, да. Так. Там, сейчас. Удаляем Райдона. Шайни. Сейчас, да. 5 мастерболов сейчас. Так, и вот. Один мастербол. Период. Шайни. Отлично, ребята. Так. Вот он. Хм. Отлично, отлично, отлично. Еще один шайни. Ну, прокачанный, как бы, да. Так.
Сейчас, ну, в принципе, у нас тут... О. Опять только там был покемон. Вот я хотел туда... О, нет, он пропал. Вот кого у нас еще нету, я вспомнил. Да. А, ну... Ловить его вот так левелболом это немного не очень. Ну, сейчас. И... Сейчас, что... кого я там видел? Или мне показалось? Туртвик или кто там был? Мне, наверное, все-таки показалось. Кто это? Сивадл. Он у нас есть? Сивадл. Сейчас посмотрим, есть. Нет, нету. Нету. Пытаемся словить. Отлично, ребята. Так. Идем мы домой. И, в принципе, ребята, давайте все-таки уже на этом закончим. Давайте еще идем поспим. И, ребята, давайте все-таки уже на этом закончим эту серию. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.